Германия. Среди всех стран Евросоюза Германия выделяется особой привлекательностью для жизни и работы. Эта популярность объясняется различными высокими показателями, которые растут из года в год, несмотря ни на что. Так, Германия входит в пятерку стран-лидеров по уровню жизни уже на протяжении многих лет. Также это одна из богатейших стран с высочайшим уровнем социальной защиты населения, а экономический рост не останавливается, вопреки разным мировым кризисам. Средний заработок в Германии составляет 3994 евро в месяц, без учета всевозможных премий и доплат. Иммигранты в первые месяцы работы могут рассчитывать на зарплату в 2925 евро с дальнейшим повышением до среднего показателя по стране. Для высокого заработка в Германии не обязательно иметь высшее образование. Зарплата больше зависит от опыта и стараний работника. Средняя зарплата водителя в 2020 году составила 2495 евро в месяц. Работник склада получал около 2285 евро, а грузчики и упаковщики мебели – 2190 евро. Работа строителя высоко ценится в Германии. Помощникам на стройках платят в среднем 2569 евро в месяц. Сварщики и газорезчики получают около 3389 евро, а слесари, независимо от специалитета, зарабатывают в среднем 3347 евро в месяц. Часто работа на стройках оплачивается по отработанным часам. В таких случаях работодатель устанавливает почасовую ставку, которая в 2020 году начиналась от 10 евро в час, что составляло 80 евро в день. В Германии растет число вакансий. Особенно нуждаются в рабочих строительные и промышленные сектора. Стоит отметить иммиграционную политику страны, которая заинтересована в притоке новых граждан. Новоприбывшим предоставляется помощь всех видов – юридические консультации, психологическая помощь, а также бесплатные языковые и профессиональные курсы.